Всем привет, вы находитесь на канале Hard Reset Info, и в этом видео я покажу, как настроить громкость музыки в игре Genshin Impact. Для того, чтобы это сделать, переходим в верхнюю иконку. Настройки. Переходим в вкладку «Звук». И взаимодействуем с бегунком «Музыка». На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.